Друзья, я вас приветствую. Очередная серия по игре 18 стальных колес Pedal to the Metal, или наши любимые педальки. Вы не поверите, опять домик, и уже он нас ждет. И давайте мы выдвигаться, и давайте мы поедем, и мы едем в Чихуахуа, и там Мексика. Мексикана. Так, сейчас мы тут немножечко разнесем полбазы, а потом прицепимся. И тут грузовичок тут немножечко апгрейдили новым двигателем. Так, я уже забыл, где цепляться. Ага, понятно. Ова, поехали. Давайте мы посмотрим нашу карту. Все-таки надо потом в следующий раз немножечко карту расширить. В плане того, чтобы она была побольше своего размера. Ну, я имею в виду, чтобы ее было видно побольше. Размером больше она не станет, она только видимость будет больше. Ну, в общем, едем мы опять теми же путями. Из Майами через Новый Орлеан. Далее Монтерей и Чихуахуа. В общем, выдвигаемся. Надо привезти груз хотя бы в целости. Не знаю, как в сохранности. Стоп. Я тебя поеду. Можно я? Спасибо. Что у нас тут? Свет не включен. Хотя у нас белый день. Ой, бывает. Такое ощущение, как отбойный молоток работает. На самом деле это салют. Фейерверк. Так, уезжать мы будем с нижней стороны. Да, сегодня я включил зеркала. Сегодня едем с зеркалами, так называемыми. Ну, хотя бы что-то в них видно. Так, а вот тут нам, наверное, сейчас надо на повороте ехать направо. Третья часть прохождения игры. Прохождение будет долгим и упорным. Это я уже для себя решил. Представляете, 60 FPS. Естественно, игра 4-го года, еще бы где-нибудь. Я не знаю, как это при записи будет выглядеть, но в игре так вроде плавненько. Поворачиваем. По прямой. Да, с видом из кабины, конечно, играть это то еще развлечение. Майами. А где же Майами Бич? А? Майами Бич. Пока что я вижу только пристани. А пляж с той стороны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дружище, я не хотел, честно тебе скажу. Можешь вызывать смело гайцов, которые не приедут, слово совсем. Так что ты можешь пока постоять, я тебя объеду. Ага. Тормозим ручником, так быстрее. Воздух здесь не кончится. Так. А вот топливо тут вполне кончается, у меня почти полбака. Кто еще, кроме меня, тут пройдет вам эту игрушку, а? Только я один решился на это. В 2023 году. В следующем году в игре 20 лет. Представьте, 20 лет. Я уверен, что многие еще не родились, когда вышла эта игра.
Ну, те, кто сейчас играет в American Truck Simulator, в Euro Truck Simulator, они просто, еще их не было на свете, а игра уже была. Ну ладно, небольшое отступление. В общем, пока что работаем на то, что нам дают возить. Ой-ой-ой, ну конечно, я только хотел подумать о том, что я сейчас зацеплюсь. И ущерб. Красота. Это как-никак. Этот, как его? Oversize load. Флажков тут не хватает. 85-очки идем. Интересно, двигатель меня поменяли, а он больше 50-то разгонится. Класс, мужик появился. Трафик, трафик, трафик. Дать сводку, узнать, нет, рассказать о ситуации на дороге. Дружище, здорово, поехал с замороженными продуктами. А как с Павлом? Все, пропал, дружище. А, нет, не пропал, ответил. Так, дай-ка я тебе One подвину. Сейчас нам надо заправиться, на всякий случай. Я не знаю, где еще там заправки будут. Мак. Это был Мак, который нам попался. Очень жизнерадостный чувачок, белобрысый, я бы даже сказал, с желтыми волосами. Стоп! Все. Покойся. Надо заглушить, наверное. Хотя тут пофиг, но я заглушу. $65. Круто. Так. Зацените. Звук зацените. Класс, да? Мне нравится. Записанный, конечно, телефон, наверное, но все равно прикольно. Лишь бы дрова не привезти вместо этого дома. А в остальном все должно пойти как по маслу. Ах, нет, уже не пошло как по маслу, потому что мы будем ехать за ними долго и упорно. Кто за то, чтобы их объехать? Есть желающие? Что там у нас сейчас будет поворот? Вот упыри, а? Никого. Только лишь океан. Знаете что? Я не буду морочиться. Я найду третью полосу. Потому что это невозможно. Невозможно так тупить. Трафик, да, тут медленный трафик, он еще такой не особо соображающий. Не едет этот грузовик больше 55, он даже 55 не едет. Так что будем терпеть, ребят. Я ж терплю, и вы терпите. Будем ползти как черепахи со скоростью 50 миль в час. Ну что, нам потом дадут, по-моему, Форд следующий. Уже в следующем рейсе у нас должен быть другой грузовик. Вроде бы армейский поехал. Джипик. Джип, джип, джип. Давай, давай, разгоняйся, разгоняйся, разгоняйся. Нет. Хоть бы кто сзади подтолкнул его, что ли. Он даже под горку не разгоняется. Так, а мне, по-моему... Ой, я, по-моему, я не сюда поехал.
По-моему, я поехал, ребята, не сюда. То есть ты хочешь сказать, что ты будешь сзади стоять, да? Слушай, ну я сзади стоять. Я не... Короче, я тебя объеду, ладно? Можно, я аккуратно. Тихо, нет. Не надо ломать дом, не надо ломать дом. Блин, забыл я эти развязки, как устроены, а? Сейчас, погоди, сейчас все будет. Видите, тормозной путь, это я тормозил. Сейчас мы выйдем отсюда. Только подождать надо чуть-чуть. Хорошо, что я заправился. Слушай, а там же указатель был. Прикиньте, я разучился здесь управлять, а? Да, для кого-то было бы проще груз этот скинуть и уехать, и вообще получить штраф за недоставленный груз, но только не для меня. Потому что если груз бросим и возьмем другой, ну, точнее уедем от него, то, по-моему, там штраф будет. Атланта, Новый Орлеан. А вы знаете, самое обидное, что я прямо ехал. Я правильно ехал. Вот это самое обидное, ребята. Вот так вот. Че, ладно, поедем. Извиняюсь за кретинизм топографический, но я ехал прямо. Я просто думал, что она на разворот идет, эта дорога. А она нет, она просто... Погоди, а куда она идет? Слушай, а так она... А, вон, видите, как она идет, это такая развязка. Она как вилка. Ну что ты там едешь еле-еле? Можешь объехать меня. Боится. Правильно. Бойся меня. Кто больше, тот и прав. Погнали. Видите, как? Все правильно я ехал. О, сейчас мы разгонимся. Сейчас мы быстро поедем. Сейчас мы рекорд скорости наберем. Давай. Опа. Вот так вот. А он не будет держать эту скорость. Эх ты. Чуть не улипли. Причем по полной. Быстро ночь как-то пришла, я даже не успел глаза продрать, а уже ночь. Кстати, по-моему, за выключенный свет тут нифига нету. Так, у нас магазин грузовиков, этот я уже открывал. Да, мы сюда ехали по этой дороге в Майами. Да, бывало такое, что когда на карьере начинал играть, очень часто давали грузы в одни и те же города. Вот, это было самое обидное. Потому что хотелось покататься по другим городам. А упорно не давали. Я так время от времени тут на рацию сажусь, кого-нибудь вызываю. Поехала, да? Кто там? Ауди, ТТшка. Модовый трафик. 58-60 FPS. Так, Новый Орлеан. Нам сюда. Нам надо придерживаться Нового Орлеана. Тут две таких развязки рогатых. Вообще не ей, да? Ты будешь ехать? Давай.
Молодец, вытянул. Вытянул. Так, сейчас опять будет суперскорость. Скорость Супермена, летящего с горы. Как в фильме «Дуэль». Давай, покажи на все, что ты способен. К сожалению, пока только так. Ничего, никого там нету. Никого. Всю ночь ехали. Наверное, он устал. А сон мы отключили. Кстати, кому интересно, можно было свою музыку сюда загружать, в эту игрушку. Только она поддерживала формат OGG. Сейчас попробуем это продемонстрировать на какой-нибудь стояночке. Вот на этой. Сейчас попробуем. Нет, ребят, фокус не удался. В общем, я перетащил музыку в папку Music, но это надо было делать до того, как начинаешь играть. А сейчас он их просто не цепляет. Ну ладно, но смысл тот, что у меня была такая подборка. Которая, увы, когда уже запустил его, она не включается. Ладно, да, поехали дальше. Ручники, ничего, проедем. Так. Как тут надо объехать нам, да? Так, это у нас уже Новый Орлеан, да? Вот мы уже у Нового Орлеана. Луизиана.
Это столица джазовой музыки. Смотрите, какой крутой тут у нас чувачок встретил. Чё он спросил? Погоду? Сейчас мы тебе ответим. Погоду. Давай, дружище. А движение как? Нифига себе, уже другой ответил. Вот смотрите, твоего водителя сразу на связь вышло. Спасибо, не надо обидеть. Ничего, голубое небо и нет. Ну, короче, далеко видно. Ну и поняли, все нормально, все. Вот он прет на фрейтлайнере Колумбия с химическим грузом. Спасибо, что вернулся в канал. В общем, я уже говорил, фишка этой игры, что здесь одновременно может попасться только один водитель. И бывает, надо, как у меня сейчас получилось. Сначала вышел один, я начал с ним диалог, а потом другой появился. Такое бывает частенько, если несколько водителей в этом радиусе находятся. Вот фишка вот этой игры, да, офигенная фишка. То есть водители, они реально на дорогах, если ты реально их видишь, вот они едут. Вот нигде такого нету больше. Вот. Остальные, то, что сейчас, вот ETS и ATS, это все, это не то. Это все вафельное, картонное. Вот тут все настоящее. Вот они, вот он поехал. Вот эта фишка действительно классная. Ну все, уехал. То есть, если пропадает, никто не отвечает, то он уходит из зоны доступа. Класс. Вот ради этого я в эту игру играл. Самый интересный момент в этой игре, когда тебе попадается водитель. И более того, те, кто мне попался на дороге, я их потом могу нанимать к себе. То есть я не могу нанять водителей, которых я не встретил в игре. Вот такая фишка еще есть. Офигеть, колейка, да? Смотрите. Так, а куда она там идет? 75-я дорога, 55-я это пошла на Мемфис, на Чикаго, а это идет десятка. Нам по десятке. Ти-ти-ти-ти-ти, поехали, 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 дядька. Слушай, а может он сейчас... О, круто, он поехал. Он сейчас так сделал. Слушай, а, ну тут нет, тут не получится, видишь, они оттуда выезжают и останавливаются. Я тоже могу. Да поехали, кто нам что скажет. Тут за красный свет не будут штрафовать. Да, некоторый трафик, кстати говоря, который модовый, он летает над дорогой. Но тут уж извините, тут мои полномочия, как говорится, все. Так, а еще здесь нету возвратить круиз-контроль. Тут можно его только поставить. 50. 50 миль в час. Еще одна заправочка. Нам она ни к чему. У нас полбака. Что там? Как с погодой, друг? Никого на связи нету, да? Время 12 после полудня. О, посмотрите, кто тут появился, а? Рози. Отлично все. Да не за что. На здоровье. Мне, кстати, вот титры английские, голоса больше нравятся, чем русские. Были официальный перевод был от Буки. Ну, по крайней мере, у меня диски от Буки были, а это уже стимовская версия. Вот, а я русификатор не стал ставить на нее. Мне больше нравится в оригинале все это. Вот, и еще несколько было переводов по поводу
рации. Ну, честно говоря, не особо. Не особо голос у переводчика. Смотрите, как это там фигня валяется. Что это за фигня? Ракета? Нифига себе, ребят, вы офигели? Как вы допустили такое? А? Это, знаете, мы что проезжаем сейчас? Это типа Хьюстон. Потому что если посмотреть на карту, на десятку, то как раз где-то в этом районе находится, правильно, находится город Хьюстон. Так, у нас, слушай, магазин грузовиков. Давай заедем. Этот магазинчик мы еще не открывали. Какие-то грузовики продают. Сейчас посмотрим. Так, здесь продают грузовики Ford. Отлично. Так что вот эта ракета, она как раз на месте Хьюстона находится. Я не знаю, почему не стали реализовать этот город именно в этой карте, потому что в предыдущей версии, во второй части, которая называлась «По дорогам Америки», там была только карта Америки, без Мексики и Канады, в отличие от этой. Так вот, там Хьюстон был. И там был Хьюстон, там был Канзас, но там не было Оклахома-Сити. Так, ну это я уже, по-моему, в предыдущий раз об этом рассказывал. Интересно, какой мне дадут следующий груз? Я бы очень хотел какой-нибудь бензин повезти. Так, ну что делаем-то? Ты вообще думаешь, что ты делаешь у меня за спиной? Это специально, это был бандит, я знаю. Он хотел меня таким образом тормознуть и отнять у меня груз. Вот что это было. Шучу, конечно, тут такого нету. Это же не дальнобойщики. Два. Так, а вот наша таможня. Кстати говоря, если у тебя идет груз тяжеловесный, то штрафуют за тяжелый вес. А, нет, погоди. За тяжелый вес штрафуют, если ты едешь через весовую станцию. Через границу не штрафуют. Меня всегда очень интересовало, как сделать так, чтобы на этих пунктах, на пограничных, взималась плата за проезд. Возможно, это как-то можно сделать, потому что, ну, я занимался мотостроением, я уже рассказывал по этой эре, и очень было бы интересно вот такие вот объекты поставить в виде платной дороги, чтобы деньги брали за то, когда ты проезжаешь через это, через границу. Так, ну, вот такой вот у меня сейчас маневр будет. Уж мне надоело это тут мне. Я не знаю, как там с Мексикой, с топливом в Мексике. Поэтому я заправлюсь тут. Потому что у нас опять полбака. А я не люблю ездить, когда у меня на нуле топливо. Тут, кстати, можно техничку, по-моему, вызывать, да? По-моему, можно было. Так. Знаете что, я предлагаю поспать чуть-чуть. Тут же есть у нас такая функция. Вот мы сейчас и воспользуемся этой функцией. Ну, как раз мы об этом и сказали. Так, не ломай там грузовик. Чудо. Водитель. Чтобы поломать мне купить грузовик, а? Видите, сервис есть тут. Тут есть все. Так, фары выключим. Все. Отель. Сколько будем спать? 8, 9, 10, 11, 13. Что, так мало?
А давайте еще чуть-чуть. Давайте вот. Классно зевает, кстати. А давай вот так. О. О, Пэт появился. Так, ответить о погоде ему, да? Рассказать о ситуации на дороге. И так, короче. Почему вот эту фишку сна не реализует? Смотри, как рассвело на глазах. Фишку сна вот этого вот, да, сколько хочешь, не реализует вот в этих играх сегодняшних. Мне это непонятно. Так, 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 ты там поаккуратнее разгоняйся. Так, ну что там? Спасибо, спасибо, друг. 10-4, это значит 10-4 принято. Вон он едет, сейчас мы его догоним. Сейчас мы Пэта нашего догоним, если он, конечно, по форсажу не даст. Смотрите, какая горка. Уж бывает иногда такое, что они по форсажу могут дать, и тогда все. Надо скриншотик-то замутить, наверное, да? Ну. Так. То есть, ну, чтобы вы понимали, сразу два водителя попасться не могут. Вот посмотрим, на чем он едет. О, Кешка. Слушай, крутой у тебя грузовик. Солидный. Давай, брат. Удачи. И лохов побогаче, как говорится. Так, а нам на Чихуахуа. Это нам, значит, прямо. Блин, опять они там выворачивают, да? Менты где-то стоят. Я ему о полиции впереди рассказал. Вот так вот мы проезжаем через Монтерей. Монтерей. Слушай, пока идет все нормально. Я думал, будет хуже с этим домом. И чуть-чуть мы там цепанулись в одном месте. Все, пока вообще красота. Так. Нам сейчас надо будет соезжать. Ну так, ну пожалуйста, вот, спасибо тебе большое. Это твой самый правильный маневр сегодня, друг, ты не поверишь. Сорок девятый мексиканский фривей. Что? Что ты сказал? Скотовоз. А, нет, птицевоз. Старлинг. Птицевоз Старлинг нам попался. Стерлинг. Так, рыножки тут ездят по Америке. Нормально, да? Видите, сколько водителей уже встретили? Дофига. Даже одну девчонку. Тетенька, извините. Тетенька. Так, как у нас там дела-то? Мы тебя можем объехать, не? А то я так не могу. Я начинаю нервничать, когда впереди такое препятствие из двух машин. Вот так вот. Потому что вы уж извините, я не могу так тащиться, сами понимаете. Сами понимаете, что надо рейс сделать еще один. Едем по пустынным мексиканским местам. О,
Блин, ни одного скриншота я не сделал с водителями, а? Слушай, такой недальновидный-то. Думал, как это повозка, а это автобус. Сейчас обгоняют. Некоторые, видите, обгоняют трафик, а некоторые трафик едет еле-еле. Я думал, его можно поднастроить, но что-то как-то у меня не получилось. Ну, чтобы он побыстрее ездил. Блин, я думал, это дым из трубы идет из дома. Прикольно, да? Так как будто из трубы шел. Я газовал, смотрите. Главное, я нажму на тормоз и дым пускаю. Нормально, да? Нормально это явление. Чихуахуа. По-мексикански, кстати, написано «Добро пожаловать». И обратите внимание, какие знаки, они тут другие. Так, нам пока прямо. Компания Energine. Я скоро приеду. Заработаю свои 16 тысяч денег. Ай-яй-яй-яй-яй, зачем же ты так делаешь, а? Какие-то трущобы наверху непонятные. Ну, в принципе, по антуражу тут все одинаково, да, как я объеду. Получилось. Ребята, подходит к концу наш очередной рейсик. Выиграл 18 стальных колес, пыль дорог, 18 fails of steel, pedal to the metal. Мы очень хорошо прокатились из Майами в Мексику. Сейчас мы буквально последние тут поворотики проедем и будем на месте. И я хочу поблагодарить тех, кто смотрел это видео до конца, и попросил бы вас поддержать канал, потому что такого контента, наверное, вряд ли кто делает. Я так думаю, я не знаю, не могу утверждать, может кто-то еще снимает такие вот скульные игрушки, но тем не менее, это было непросто. С таким-то домом тащиться через всю страну. Так, 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 главное не ушататься. Ух, какой дом стоит. Посмотрите, какой классный груз. Посмотрите, какой классный груз. Что-то мне сейчас подсказывает, что мне очередной рейс дадут вот опять с домом, да? Как вы думаете? Напишите об этом в комментариях, а потом мы с вами увидим, какой груз дадут. Пока что, ребят, всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующей части. Я имею в виду, что в следующем рейсе. Не в следующей части, а в следующем рейсе. Все. Всем пока. Всем всего.